улыбайтесь, вас снимает скрытая камера. Они и улыбаются, на шопинг пришли. Вот только ушли, не заплатив. Но покрасоваться в обновках почти на 10 тысяч рублей не удалось. Похищено и изъято полицейскими. Теперь уж не до смеха, возбуждено уголовное дело. И не попадавшие ранее в поле зрения органов внутренних дел девочки и их семьи теперь плотно общаются с полицией. Напоминаю вам, что в соответствии со статьей 20 Уголовного кодекса Российской Федерации возраст привлечения к уголовной ответственности наступает с 16 лет, но по отдельным категориям преступлений, таким как кража, изнасилование, причинение тяжкого вреда здоровью, уголовная ответственность наступает с 14-летнего возраста. Также напоминаем, что если несовершеннолетний совершает противоправные деяния, он ставится на учет в отделение по делам несовершеннолетних для проведения с ним профилактической работы, а не допустимости повторных правонарушений и преступлений. Также хочется добавить, что родители, законные представители несовершеннолетних несут ответственность за поступки своих детей и могут быть привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 Кодекса административных правонарушений за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию и содержанию своих несовершеннолетних детей. Андрей Багаев, Ольга Иванова, дежурная часть, Саратов.